31 мая в Твери прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко дню подразделения органов внутренних дел по делам несовершеннолетних. С профессиональным праздником сотрудников ветеранов службы поздравил губернатор Игорь Руденя. Подразделения по делам несовершеннолетних появились в системе правоохранительных органов нашей страны 86 лет назад. Тогда, после Первой мировой и гражданской войн, в стране резко выросло до 7 миллионов число беспризорников. Именно на милицию были возложены задачи по их задержанию и направлению в сиротские учреждения. Для этого и создали специальную структуру, которая впоследствии не раз меняла свое название. Были специальные комнаты приюта детей, детская комната милиции, инспекция по делам несовершеннолетних и так далее. Однако основные задачи службы неизменны. Профилактика безнадзорности и по наблюдению подростков. Сегодня государство придает большое значение организации профработы с несовершеннолетними. В настоящее время в Тверской области работают 103 сотрудника подразделений по делам несовершеннолетних. Наиболее отличившимся Игорь Руденя вручил награды, почетные грамоты и благодарности губернатора. Обращаясь к полицейским, глава региона отметил чрезвычайную важность их работы. Сегодня мы понимаем, что для нас каждый сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних является очень ответственным представителем государства, который отвечает и за то, что делается в семье, где детям не уделяется должного внимания, и в сфере социальных сетей. Губернатор подчеркнул, что в Тверской области и впредь будет уделяться большое внимание воспитанию детей и подростков, в том числе духовно-нравственному, защите их законных прав. Как подчеркнул Игорь Руденя, совместная работа, в которой также принимает участие Русская Православная Церковь, постоянно совершенствуется.